Еще одну часть я сегодня хочу сказать. Вот смотрите, вот эта книга Celebration Hymnal, Songs and Hymns for Worship. Это в протестантских церквях. Мне подарили, здесь были опечатки, так, я не стырила, мне подарили эту книгу. Здесь все эти вот псалмы, я имею в виду протестантские, не из Библии псалмы, вот их 800 там чем-то, 818. Смотрите, в баптистских церквях тоже, в протестантских тоже у них есть баптистские вот псалмы, вот такие вот толстые. И очень красивые слова про Иисуса, очень красивые, реально. И я ходила в церковь Гамова к пятидесятникам вот в Одессе с 5 по 8, с 15-го. С 5 по 8. С 5 по 8. Потому что вчера я там пересматривала. Я уже ставлю так видео, записываю и сразу даже не пересматриваю, просто выставляю на Facebook, а потом с Facebook пересматриваю. В общем, я там была, оговорилась. Но я считаю, что очень важно. Сила слова очень важна. И если я заметила оговорку, я там сказала, что в 2005 была последняя встреча с Геной, с Артура отцом, это был 2015 год, летом. Так, и не пятый, в пятом не было его, он все Одиссеем был. Так вот, насчет этих вот точно такой же, вот это на английском, точно такой вот только на русском, вот эти псалмы. Теперь смотрите, я очень любила вот петь вот эти псалмы. Во-первых, мне очень помогло с моим английским. Здесь дополнение к тем, вот то, что я стишки, вот эти вот все книги, вот на этом фоне, да. Я вот купила детям, и я им рассказывала стишки, и мне это помогало с моим произношением тоже, и вот слова собирать в связки, собирать в фразы, так сказать, к красноречию в таком плане. Я, когда учила стишки с моим вот братом Сережей, да, и вот я поэтому абсолютно говорю, не помню я вообще, чтобы он заикался. Я считаю, что вот песни я с ним не помню, чтобы пела, но вот стихи читала, учила, заставляла. Мне кажется, это прекрасно, что заставляла. Вот прекрасно, что заставляла. И вот Библия мне в помощь. Все, что касается мальчика, там и розги можно, и все, что хотите. Вот, наказывай там сына. Ну, у меня получилось, что папы родного не было. Вот не хотел. Но вот здесь у меня перекос получился, я считаю, с Артуром именно... Папа родной не хотел, вот, не хотел взяться вообще, уплыл в круизы на полном серьезе. Мне нужно видео поставить, в скольких круизах он был, пока я умирала. Где была мама, вот пока я умирала, на пляже пляжилась, не в церкви. Я считаю, это очень важно, чтобы вот ваше дерево проросло корнями, потому что тоже это не первый раз я говорю видео. Вот из 600 видео я помню, что я говорила. Вот помню, можете притянуть меня. Да, эта субстанция живая, то есть я меняюсь, я меняю не свое мнение, но там почему вот я... то оружие мне нравилось, потом вот вся такая вот пацифистка стала, а теперь спокойно. Да это потому, что все связано с религией. И вот я не жалею, что разучивала вот все эти псалмы с детьми, и вот проводила практически все свое время. Первое вот в церкви, с теми семьями христианскими, и с церкви Гамова Одесса, и вот здесь. И, естественно, и это не значит, что я как-то вырывала себя какими-то вот, не отрывала от семьи, я имею в виду от Стива семьи. Вот, и в детстве я рисовала, я помню, я тоже говорила в видео, что я рисовала деревья без корней, а это очень важно. Это вот психологические тесты, которые
Где я разучила больше всего? Больше всего я поняла этот смысл вот в Аргентине, когда я устраивалась на одну работу, очень серьезную. Так вот, они настолько серьезно отнеслись, что там было три этапа. Три этапа я прошла, каждый прошел, вот, и там с психологами и так далее. То есть перед вами выставляли и цвета. Нужно выбрать вот какой цвет, и кто там выбирал красный, естественно, человек конфликтный, никогда ты не пройдешь, и рисунок надо было нарисовать, и Артура, ой, белочка бежит по снегу, и вот с Артуром я там психологами водила, его тоже обсматривали. И к докторам водила. Почему? Потому что мне казалось его поведение странным. Ну вот, не понимала, почему он так делает. И его ответы меня тоже шокировали. Например, там, то, что он в Аргентине, там, в нашей квартире костер устроил, там что-то там сжег, и я говорю, я такая рыдаю, а он говорит, что рыдаешь, я ванной делал, что ты это вот, там везде кафель, то есть плитка, ничего бы не было. И я еще больше рыдала, потому что получается, вот я как-то идиотка, у меня ответа не было. А теперь вот, изучив теории, вспомнив, я это знала, вспомнив там психологические вот эти теории психологов, именно известных там. Ну, это вообще нормально. Вот Пиаже бы сказал, что это нормально, все, потому что возраст у него такой был. Костер вот сжечь, там, пионеры, вот помните это время и так далее. И надо было рюкзак купить и пойти там в походы. Но, знаете, интересно, если бы родной был папа, он бы это делал автоматически, а так как не родной, я-то хотела, чтобы вот у нас были корни, а хотел ли он, понимаете, вот в таком плане, а хотел ли тот вот мой избранник, это там непонятно. Так вот, возвращаясь к песням, я хочу привести, что вчера видео Валюша поставила. Как она там с малышом поет вместе, вот именно эти песни. И самое интересное, насколько я поняла, там была вот самая любимая Дженнифер песня. Вот я не знаю, вот почему ей так нравилось, вот там с Sunshine. Надо будет еще пересмотреть, потому что Валюша так тихонечко поет, и вот малыш Матвейка подпевает, такое солнышко, так это вот такой нежный голосок. Вот, я к тому, что вот песни тоже, они очень помогают, что человек потом начинает говорить красиво, у него красивая речь, и не будет гнилых вот слов в речи, в лексиконе. Если вот такие красивые слова слышат, и такие красивые псалмы, и песни христианские, знаю ли я плохие поганые слова? Да меня королевой можно назвать по этим вот, по всем всем самым жутким анекдотам, и что могли завернуться уши вот, вот у мужиков, я могла таким загнуть, такое вот, за таким лексиконом чернющим. А почему? А то потому что я постоянно была без присмотра, я постоянно где-то там, я познавала весь мир с 2 лет на полном серьезе. Вот я об этом. Поэтому это все познание вот путей Божьих. И Библия говорит, чтобы никакое гнилое слово у вас с рта вот не вылетело. И знаете, и нет у меня развения личности. Была и причем жуткая. Я все это знала. Я даже не знаю, знает ли вот Артур и папа те вот жуткие ругательства, которые я не могла не только химическую формулу рассказать, а там действительно вот очень в органической химии очень длинная формула. Вот нужно говорить, 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 говорить. Я могла такое загнуть ругательство, что у людей, даже взрослых мужчин, могли бы завернуться уши. Я этого не делаю, потому что я понимаю, что это бесовщина, это язык бесов, поэтому я этого не делаю. Теперь даже у меня вот мне даже тошнит вот и вспоминать об этом, и произносить я это не произношу, но оно есть, оно внутри, вот эти знания есть, вот у бесовщина. Это был мой путь, и я говорю, я его, знаете, забывать
А не то, что я не забываю, как можно забыть вот то, вот то, что я могла ругнуться так, что завернуться уши у взрослого мужика, повидавшего виды, на полном серьезе, вот такой вот ангелок. А теперь, даже если очень злая, я не ругаюсь. Знаете, как у меня показатель, что я не ругаюсь? Вот я когда ехала, летала в Одессу, и вот вся вот я попадала в такие стрессовые ситуации, а дети это все время были со мной, вот все время. И вдруг они у меня заговорили, тыц-грыц и елки-палки. Я говорю, а где вы это взяли? Говорит, ты говоришь. Так вот, самое главное ругательство у меня тыц-грыц и елки-палки.